и дополнительно еще будут приниматься в секции с ближайших районов, ну, поскольку именно дворец находится в спальном районе города, я думаю, что это будет удобно детям, родителям. Вот здесь, вот на таких объектах, вот достающие дети, они в будущем тоже будут прославлять нашу республику. Дай Бог, конечно, чтобы каждый из них стал олимпийским чемпионом, или, значит, даже, скажем так, побил рекорд, да, туда поймался, дай Бог. Но самое главное, они вырастут правильно.